Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы будем разбирать такой вот симпатичный, миленький узорчик. Мы, как обычно, разбираем просто узор. Очень красивый узор, легкий. Выглядит очень эффектно. Итак, мы начинаем. Для образца нам надо набрать 12 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Плюс 3 петли подъема. 1, 2, 3. Получается, назад нам теперь надо отступить эти 4 петли и плюс еще одна. 5 петель и вывязываем в пятую 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. Одна воздушная петля и в ту же точку еще один столбик с накидом. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем 3 столбика с накидом. 1. Из одной точки. 2. 3. Одна воздушная петля. И в ту же точку еще один столбик с накидом. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная петля и еще один столбик с накидом. В ту же точку мы связали третий элемент. И в последнюю петлю мы провязываем, пропускаем 2 петли, в последнюю петлю мы провязываем столбик с накидом. Первый ряд связан. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. И вот теперь заходим вот в эту арочку. И из этой арочки мы вывязываем 3 столбика с накидом. 1. 2, 3. Одна воздушная петля и в ту же арочку еще один столбик с накидом. Вот так. Заходим, пропускаем вот эту вот между элементами, заходим в следующую арочку, где у нас было 3 столбика и 1. И вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная петля и в ту же арочку еще один столбик с накидом. Второй элемент связан. Заходим в арочку третьего элемента и вывязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. Одна воздушная петля и в ту же арочку еще один столбик с накидом. И у нас получается в третью петлю подъема мы провязываем один столбик с накидом для выравнивания края. Второй ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим в арочку и вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная петля и в ту же арочку еще один столбик с накидом. Заходим в следующий элемент. Вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная петля
И еще один столбик с накидом. Вот такой у нас получается. Елочка. Заходим в следующую арочку. Не в эту между элементами, а вот где у нас было 3 столбика и 1. Вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И еще один столбик с накидом. В третью петлю подъема мы вывязываем 1 столбик с накидом. Третий ряд связан. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Заходим в арочку и вывязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. 1 воздушная. И в ту же арочку 1 столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, где у нас была 1 воздушная петля. Вывязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная петля. И в ту же арочку еще 1 столбик с накидом. Далее заходим в следующий элемент. Не в этот, а вот прям в элемент. 3 столбика с накидом. 1 воздушная. И в ту же точку еще 1 столбик с накидом. Третью петлю подъема мы провязываем 1 столбик с накидом. Всего доброго! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А пока-пока!